Всем привет! И вы на канале Angelina Princess. И я сегодня купила такой жемчужный шарик LOL. И давайте мы вместе с вами посмотрим, что находится внутри. Поехали! Мне уже не терпится его открыть. Так. Ножницы – это самый главный прибор. Тут также есть свечка, как в шарике LOL. Как интересно, все это дело разрезать. Прям так резать жалко. Напишите еще, кстати, в комментариях, видели ли вы когда-то такие жемчужные шары. Надо же так упаковать. Китайцы. Так. Тут инструкция. То, что видите, нужно положить, кажется, вот так вот и открывать. Тут еще специальная какая-то штука торчит. А это не резинка. Так, интересно, как теперь открыть? Может, разрезать надо? Вот так вот. Все. Вау! Смотрите, тут какая-то фабрика видно. Итак, давайте посмотрим, что в этих шариках. Тут платье. Вот, второе. Тут шорты. Итак, дальше черный шарик. Блин, интересно, где он? О, так тяжело открывается. Тут как... почему тут... Два костюма, интересно. О, а тут уже ботинки, то есть сандали. Сейчас и второй сандаль. Я это все буду сюда ложить. Дальше у нас тут, мне кажется, шорты или юбка какая-то. Да, шорты. Сейчас. О, а тут опять сандали, только они уже розового цвета. Или это балетки? Итак, я уже налила воду, и давайте мы вместе с вами посмотрим, что находится в этой бомбочке. Итак, готовы увидеть, что в этой бомбочке? Раз, два, три. Вот, смотрите, как она растворяется, она так шипит. Ой. Кажется, придется менять постельное. А, оно с дырками. Придется постельное менять, ну блин. Итак, у меня произошел несчастный случай, и вода вылилась на мою постель. И ее пришлось менять. Смотрите, тут у нас уже торчит такая ракушка пластмассовая, и в этой ракушке должен быть наша куколка. Она прям шипит, как дождь. Еще такая вода классная. Это просто класс. Давай уже, мне уже не терпится узнать, что в этом шарике. Сейчас я помогу бомбочке раствориться. О, все. Вау. Итак, посмотрим, что нам попалось. Первый пакетик. Вау, посмотрите, у нас тут маленькая куколка. Откроем пакет побольше. Тут у нас, наверное, большая куколка. Да, вау. Это две сестрички. А тут теперь платье. То есть комбинезон.
Это, наверное, на большую куколку. Вот. И вот что у нас попалось в пакетиках. Вот у нас две куколки. Это, наверное, мама и дочка. У них синие волосы. Еще у маленькой куколки такая прикольная сосочка фиолетовая. Еще мне нравится комбинезончик. Вот какие у нас попались куколки в этой бомбочке. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Thank you.